Около 1000 самых инновационных и подчас весьма сомнительных изобретений показали на ежегодной выставке в Женеве. Это приспособление, уверен его автор, можно использовать везде. И дома, и на работе, и в транспорте. Оно похоже на хвост кенгуру и выполняет ту же функцию. Дает человеку лишнюю точку опоры и помогает снять нагрузку со спины. Предполагается, что в такой позе очень удобно, например, читать. И еще один